Программа «Арт Друзья». Привет, я Ваня. Мы знакомимся с замечательными арт-каналами. Творческий контент для развития личности – это хорошо, бесконечные одуряющие мультики – это плохо. А сегодня я расскажу про новый творческий канал, который называется «Арт Вереск». Ольга рисует акварелью. Она очень любит рисовать акварелью. Рисует цветы, природу, всякие разные пейзажи. Мне это все очень нравится. Она рисует очень нежно и делится этой любовью с нами. Сегодня Ольга покажет нам несколько приемов рисования акварелью. И мы нарисуем прозрачные цветы. Волшебство. Подписывайся на канал Art Вереск. Всем большой привет, меня зовут Оля, я художник и приглашаю вас всех на свой канал Art Вереск. Это канал для всех, кто любит рисовать. Видео выходят каждый день. Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы нарисуем прозрачные цветы акварелью. Простой рисуночек будет. У меня есть такой эскиз. Также хочу попросить, кто не подписан, подписывайтесь, пожалуйста, на Яндекс.Дзен. Потому что с Ютубом у меня что-то странное сейчас стало твориться. Заблокировали полностью AdSense. Вот. Непонятно по какой причине. Так что так, пока все очень странно. Вот боком я делаю лепестки. Здесь делаю просто прямым нажатием, да. На кисть кадмий желтый добавляю вот в алый цвет. И вот сюда немножечко другой вот пигмент захотелось добавить. И по бокам там сзади тоже вот я добавляю немножечко лепестков. И сюда вот в центр хочу поярче сделать. Прям вот пигмент. Еще в мокрую акварель я добавила такой вот. Так, теперь возьму фиолетовый и сделаю такие цветы, похожие на астры чем-то. Буквально такими вот нажатиями. Собираю бутоны. Вот. Так. Один бутон. И вот здесь делаю такой прям крупный бутон. Аккуратненько. Так, теперь смешаю кадмий желтый с оранжевым цветом. Желтый и оранжевый. И попробую тоже сделать сбоку вот такой астру. Буквально вот нажатие. И вот здесь тоже. Немножечко добавила больше пигмента. Кадмием желтым хочу сделать такой крупный желтый цветок. Можно немножко даже лимонного добавить. То есть такие вот лепестки тут будут идти. И сбоку, да, я тоже вот добавляю. Формы. Один готов, можно немножко больше там, пигментов, да, вот по краям добавить. И рядышком тоже желтые. Вот такие вот цветочки сейчас сделаю. Здесь тоже поменьше, такие, как бутончики, да, можно еще тоже добавить. Теперь я беру вот этот фиолетовый цвет, красивый, с пигментацией. Вот водичку и боком кисти, да, буквально вот делаю такие вот интересные длинные цветочки. Будут идти веточки такие, раз, два, вот в эту сторону. Так. Потом вот сюда можно здесь добавить таких цветочков уже внутри букета. Вот здесь тоже можно сделать слегка. Так. Ну, в общем, я по всему, да, вот букету
добавляю вот эти цветочки. Так, теперь я беру тоненькую кисть и какой-нибудь, не знаю, можно взять сепию, или вот я возьму серо-розовый цвет, он с грануляцией. Аккуратненько вот ставлю внутрь желтых цветов такие вот точки, да, в центр. Добавляю графику уже в цветы. Можно вот побольше водички, она тоже так растекается, и такие интересные эффекты получаются. Здесь тоже внутри добавлю. Пушистые, да, они вот становятся. Забавно. И можно немножечко вот внутрь вот, вот этого бутона, да, чтобы показать, где его центр. Также я хочу тонкой кистью вот добавить сюда немножечко таких вот элементов оранжевым цветом. Здесь тоже такая вот пушистость. Или тоненькой кисточкой, или вот такой острой. Ну, что-то я боюсь ее. Ну, в принципе, веточки. Нет, вот что тоненькой кисточкой, у меня уже был печальный опыт. А, вот, и я беру, знаете, как цвет тут это называется, интересный. Таежная дымка, но это с грануляцией. Ну, можно самим взять любой зеленый, намешать. Так. И теперь аккуратненько вот здесь делаю листочки. Такие вот маленькие. Можно максимально тонко, да, и вот веду стебельки. Здесь можно вот такую еще шарик, да, как бы они будут на шарик крепиться. Вот сюда. Дальше в бок вот листочки. Тоненькую веточку вот продолжаем, да, крепить. Здесь. Ну, в общем, я сейчас должна пройтись по всей веточке, да? Вот, креплю. Лучше это делать не спеша. Конечно, это более расслабленно. Вниз, да, где-то опустить. Это максимально интересно смотрелось. Там я уже не буду прорисовывать. И, собственно, мне нужно все буквально, в смысле, вот эти вот цветочки обрамить как бы вот такими вот веточками, зелеными листиками. В общем, я прорисовала везде зеленые веточки. Теперь мне нужно веточку потолще, вот уже стебельки, которые побольше сделаю, то есть теплым зеленым цветом я их и нарисую. Аккуратненько, побольше пигмента надо взять. В принципе, такая интересная, да, легкая живопись получается. Ничего тут с одной стороны сложного нету. Единственное, надо набить руку, в том числе и мне. Я в этом стиле никогда, ну, не рисовала. Вот. Тренируюсь, скажем так, онлайн. Вот листочки. Ну, у Астра, может, не так идут, но я тут, можно сказать, придумываю. А также листочки, да, вот красивые можно. А, такие, конечно, по форме, но чтобы они получше, да, смотрелись. В процессе я добавляю по росту. И вот плюс вот здесь, да, тоже вот кончиком кисти, да, максимально, чтобы это все так тонко смотрелось, интересно, элегантно. Такие крупные пятна и тонкие. Зашло на цветок. Не должно было заходить. И прям, в принципе, можно так оставить. Мне хочется немножечко добавить каких-то вот листочков, да, вот. Не знаю, насколько это хорошая идея. Прям круглых, почти что круглых. Вот сюда добавлю. Вот здесь вот не хватает такой ощущение, будто немножечко зелени как-то. Они почти как капли, брызги. Вот. Ну, можно, кстати, да, вот так вот. Буквально по два носка, можно так сказать.
Ну, в принципе, такая интересная летняя штучка у нас получилась. Не забывайте подписываться в Яндекс.Дзен. До новых встреч и всем пока-пока. Программа «Арт-друзья». Привет, я Ваня. Мы знакомимся с замечательными арт-каналами. Программа «Арт-друзья» помогает новым авторам на Ютубе. Расскажи про свой арт-канал, присылай заявку на почту.